Давным-давно в маленьком домике посреди дремучего леса жила мама-коза со своими маленькими козлятами. Жили они очень счастливо. Козлята были милые и ласковые, а всего их было семеро. Мама-коза, как и все мамы, очень любила своих малышей и, как могла, защищала их от волка. Однажды собралась коза за пропитанием для своих козлят, а перед уходом собрала их вместе и строго наказала. «Милые мои козлятушки, я иду в лес за пропитанием. Не открывайте дверь никому. Если волк зайдет в наш дом, он съест всех нас заживо. Но как мы узнаем, что за дверью волк? У волка грубый голос, а у меня голос ласковый. Значит, вы сразу узнаете его». Коза уже было направилась к выходу, но тут вспомнила еще кое-что. Она повернулась к козлятам и сказала: «Еще кое-что. Ноги у волка черные, а мои белые. Не беспокойся, мамочка, мы сумеем постоять за себя». Мама-коза поцеловала своих козлят одного за другим и отправилась в лес. А тем временем волк наблюдал за домиком издалека. Он увидел, что мама-коза ушла, подождал немного, а затем подобрался к домику и постучал в дверь. Кто это?» «Козлятки, откройте дверь, я ваша мама, принесла для вас вкусную еду». Но маленькие козлятки сразу распознали грубый голос волка. Они закричали сквозь закрытую дверь: «Ты не наша мама! Ее голос нежный и красивый! Ты волк! Ты нас не перехитришь!» Волка очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел в магазин, купил большой кусок мела и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. «Мои маленькие козлятушки, откройте дверь. Это ваша матушка. Я принесла из леса еды для вас всех». Услышав нежный голосок, козлятки решили, что это их матушка. Они уже готовы были открыть дверь, но тут один из них закричал: «Подождите, давайте посмотрим на ноги того, кто стучит!» Конечно же, заглянув в щель под дверью, козлята увидели черные волчьи ноги. «Мы не откроем тебе дверь! Ножки нашей мамы не черные, они белые! Ты волк!» Волк ужасно разозлился и ушел ни с чем. На этот раз он пошел в булочную. Увидев перед собой волка, булочник удивился. «Я стал вегетарианцем. Теперь я буду есть только печенье и булочки. Не дадите ли вы мне немного муки?» Волк вышел с небольшим мешочком муки. Подойдя к домику козлят, он открыл мешочек и насыпал муки себе на ноги. Теперь его ноги были белые, и хитрый волк постучал в дверь в третий раз. «Мои маленькие козлятушки, это ваша мама. Я принесла вам немного еды из леса». «Покажи нам свои ножки, чтобы мы поняли, что ты наша мама!» Волк показал им свои ноги, обсыпанные мукой. Когда маленькие козлятки увидели белые ножки, они поверили, что перед ними матушка, и открыли дверь. Но что же они увидели? Прямо перед ними стоял волк! Маленькие козлятки не знали, что делать. Они стали бегать по дому и кричать от страха. «Не тратьте свое время! Я поймаю всех вас!» Один из маленьких козляток спрятался под стол, другой – под кровать, третий – залез в печь, четвертый – укрылся на кухне, пятый – прыгнул в шкаф, шестой – схоронился за шторой, седьмой малыш залез в огромные часы на стене. Но хитрый волк был проворен и поймал их всех одного за другим, где бы они ни прятались. «Идите сюда, не убегайте! Я сказал, стойте!»
И только одного козленка волк не смог найти. Того, который спрятался в больших часах. Но волк был уже сыт и, прекратив свои поиски, ушел из домика. Недалеко от домика была поляна. Волк улегся под деревом и громко захрапел. Через некоторое время мама коза вернулась домой. Увидев открытую дверь, она поняла, что случилось что-то плохое, и закричала: «Мэ, козлятки!» Сойдя в дом, мама коза пришла в ужас. Столы и кресла были перевернуты, шторы разорваны, подушки, простыни, одеяла валялись на полу. Мама коза стала искать по дому своих маленьких козлят, но не могла их нигде найти. Она звала их по именам одного за другим, но никто не отвечал. Наконец, она позвала по имени самого младшего козленка и вдруг услышала тоненький голосок. «Мамочка, я внутри дедушкиных часов!» Мама-коза подбежала к дедушкиным часам и достала оттуда козленочка. Маленький козленок, плача, рассказал о том, что приключилось с его братьями. «Волк пришел к нам, замаскировав свои лапы, изменив свой голос. Он съел всех моих братьев!» Мама-коза была вне себя от горя. Она стала оплакивать своих маленьких козлят. Вместе с единственным оставшимся козленком она вышла из домика и направилась в лес. Вскоре она увидела волка, спящего под деревом. Он так сильно храпел, что даже ветви дерева сотрясались от его храпа. Мама-коза оглядела волка и вдруг заметила, что внутри него что-то шевелится. «Неужели мои детки у него в животе и до сих пор живы?» Тут у нее появился план. «Принеси мне нитку, иголку и ножницы!» Маленький козленок побежал домой, а мама-коза тем временем собрала 6 больших камней. Через некоторое время маленький козленок вернулся с ниткой, иголкой и ножницами. Мама-коза вспорола волку живот, и оттуда сразу выскочил один из ее маленьких козлят. Один за другим выскочили и остальные козлята. Все они были невредимы. Мама-коза не могла поверить своему счастью, а козлятки радостно обняли маму. «Мамочка! Мама! Мамочка! Мамочка! Ах, мои маленькие козлятушки! Вы живы и здоровы!» Мама-коза набила собранными камнями живот волку, а затем, взяв иголку с ниткой, зашила его. Волк так крепко спал, что ничего не почувствовал и даже не шевельнулся. Мама-коза и ее маленькие козлятки поспешили домой. Когда волк проснулся и встал на ноги, он понял, что у него очень болит живот. Он подумал, что съел слишком много козлят. Из-за того, что живот волка был полон камней, ему захотелось пить. Он пошел к реке, чтобы попить немного воды. С каждым шагом волка камни в его животе бились друг об друга. «Мой живот такой полный и тяжелый, как будто козлята, которых я съел, превратились в камни». Он наклонился, чтобы попить немного воды. Но из-за того, что камни были очень тяжелы, волк потерял равновесие и упал в воду. Волк кричал о помощи, но никто ему не помог. Камни сделали волка очень тяжелым, и вскоре он ушел на дно реки. «Помогите! Спустите! Помогите! Я помог! Помогите!» Увидев, что случилось, мама-коза и ее маленькие козлятки побежали к реке. «Волк погиб! Волк погиб! С этого дня коза и ее козлята больше ничего не боялись.
и жили долго и счастливо в своем уютном домике в лесу. В лесу жил кролик. Его любимым занятием было гулять в припрыжку по лесу и восхищаться собой. Он обожал рассказывать всем вокруг о том, что он быстрее всех в лесу. «Я самый быстрый зверь в лесу. Кто хочет сразиться со мной в скорости?» Он действительно был быстрее всех. У него были большие и сильные лапы. Другим зверям очень не нравилась хвастливость кролика, но никто из них не мог обогнать его. «Да, я снова победил, потому что я самый быстрый!» Снова и снова кролик радостно кричал. «Какой же я быстрый! Никто не сможет обогнать меня!» Лесные звери злились на его хвастовство, но ничего не могли поделать. «Может быть, он и быстрее всех? Но то, как он хвастается, мне совсем не нравится!» «Кто-то должен проучить его, научить уму-разуму!» Однажды звери решили преподать кролику урок и отучить его хвастаться. Они решили обратиться к мудрому черепахе. Черепаха передвигался очень медленно. Ему бы понадобился целый день на то, чтобы преодолеть расстояние, которое кролик преодолевал за минуту. Однако черепаха решил попробовать свои силы и помериться силами с кроликом. «Ты хочешь сразиться с ним в беге?» «Но даже самые быстрые звери не могут обогнать его. Как сможешь ты?» «Предоставьте это мне». Черепаха пошел к кролику. «Добрый день, мистер Кролик. Я искал вас». Кролик с любопытством спросил. «Зачем же ты искал меня?» «Я слышал, что ты самый быстрый зверь в лесу». «Что ж, это ты так думаешь. Но чтобы удостовериться в этом, я хочу сразиться с тобой в скорости. Давай проверим, кто из нас быстрее». Узнав о намерениях черепахи, кролик расхохотался так громко, что его услышали все звери в лесу. «Ты со мной сразиться в беге? Ты шутишь? Ты никогда меня не обгонишь. Когда ты сделаешь первый шаг, я буду уже на финише». «Что ж, пока мы не устроим забег, мы этого не узнаем». «Тогда будь готов, завтра же утром мы устроим забег». Удаляясь, черепаха продолжал слышать смех хвастливого кролика. Следующим утром все звери собрались, чтобы посмотреть соревнования. Черепаха уже стоял на старте. Кролик улыбался, уверенный в своей победе. «Пожалуйста, скажи, как ты собираешься победить?» «Если он действительно такой самонадеянный хвастун, как вы говорите, это состязание будет совсем несложным». Наконец, хвастливый кролик самодовольно подошел к линии старта с морковкой в руке. «Что ж, давай сразимся и покончим с этим. Я еще не завтракал». Все приготовления были закончены, и пора было начинать гонку. «Тот, кто первым добежит до красной черты в конце леса, станет победителем». Крот объявил старт, и соревнование началось. Кролик пулей пролетел мимо черепахи. Черепаха же неторопливо пополз к финишу. Кролик вмиг скрылся из виду. Звери, наблюдавшие за гонкой, были уверены, что черепаха проиграет соревнование. Пробежав какое-то время, кролик остановился и обернулся. Сзади никого не было. «Судя по всему, черепаха добежит только к ночи. Присяду-ка я и поем свою морковку». Он съел свою морковку и, посмотрев на дорогу, увидел вдалеке силуэт черепахи.
Самодовольно усмехнувшись, кролик продолжил свой путь. Он уже почти достиг финиша. Что-то я стал сонным после завтрака. Сяду-ка я под деревце и подремлю. Уверенный в своей победе, кролик улегся вздремнуть. Черепаха же медленно, но упорно полз вперед. Наконец он догнал кролика и, увидев, что тот спит крепким сном, пополз дальше. Наконец кролик проснулся. Оглядевшись, он снова не увидел черепаху. «Что-то я нигде не вижу черепаху. Может быть, он больше не хочет соревноваться со мной? Что ж, пора закончить забег». Кролик, не торопясь, пошел к финишу. И что же он увидел? Черепаха был далеко впереди, и ему оставалось проползти до финиша совсем немного. Кролик пустился бежать изо всех сил, чтобы обогнать черепаху. Но не успел. Черепаха победил в соревновании. Звери не могли поверить своим глазам. Все радовались за черепаху. Они подбрасывали его в воздух и поздравляли с победой. Кролик грустно стоял в стороне. Черепаха подошел к кролику и сказал: «Мистер Кролик, очень важно ответственно относиться к любому делу. Хвастаться ерундой и заниматься самолюбованием – это твоя слабость. Я победил тебя не потому, что быстрее, а потому что мудрее и серьезно отнесся к соревнованию». «Ты прав. Отныне я никогда больше не буду хвастаться тем, что самый быстрый. А теперь мне пора. Мой дом далеко, и до него долго добираться». Черепаха улыбнулся и отправился в сторону дома. А кролик получил хороший урок и понял свою ошибку. С тех пор он больше никогда не хвастался.